Кстати говоря, американцы ввели санкции, потом за ними европейцы на наше удобрение. Там американцы взяли, отменили, поняли, куда попали. А европейцы нет. У них бюрократия просто работает, как жернова на мельнице 18 века. Поэтому все понимают, что глупость сделали. Но как-то открутить назад уже и сложно по бюрократическим соображениям. Ну так вот, повторю, Россия готова внести свой вклад в балансировку мировых рынков сельхозпродукции. И мы, конечно, приветствуем открытость к диалогу по этому вопросу со стороны коллег из ООН, которые понимают остроту глобальной проблемы продовольствия. Предметом для такого разговора может быть создание нормальных условий логистических, финансовых, транспортных для наращивания российского экспорта продуктов питания и удобрений.